В Нерюнгри состоялась очередная жеребьевка среди многодетных семей, имеющих 3 и более детей, по предоставлению им земельных участков. О том, как происходит реализация этой программы и о ее особенностях, в материале Игоря Акимова. В столице Южной Якутии на сегодняшний день сформированы 26 земельных участков. 25 семей, стоящих на очереди для получения земли, были приглашены на жеребьевку. Такой способ распределения участков оказался максимально удобным для самих людей, поскольку они сами собственной рукой смогли достать из ящика непрозрачный конверт с координатами и кадастровым номером участка, который им предстоит застраивать. Для многих горожан этот день стал по-настоящему историческим. 6 лет ждали, дождались, когда начали выделять земли. Счастливы очень. В будущем думаем построить дом, посадить дерево, ну и разместить там своих детей. Земельные участки в Нерюнгри сформированы в районе улиц Комсомольская, Геологов и Южно-Якутская, где ранее стояли деревянные аварийные дома. Теперь здесь будет осуществляться индивидуальное жилищное строительство, и город станет еще более благоустроенным и красивым. Разыгрывалось 26 земельных участков, было приглашено 25 многодетных семей. К сожалению, в жеребьевке участвовали только 8. Одна многодетная семья отказалась от участия в жеребьевке по основаниям, что выезжают за пределы города Нерюнгри на постоянное место жительства. 7 многодетных семей написали заявление о согласии на получение земельных участков по результатам жеребьевки. Стоит отметить, что на территории, где были сформированы земельные участки, имеются сети холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и электросети. Иными словами, этот район обладает всей коммунальной инфраструктурой, что значительно упрощает строительство и создает все необходимые для будущего комфортного проживания горожан условия. Игорь Акимов, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерюнгри.